ideas. Прибыли мы на грибной канал. 2000 машин. Вот такая лапа. Все причалы, наверное, все как лучших мировых стандартов. Смотрите, ребята, как оформили русло. Подготовка к чемпионату мира. Я говорю, GoPro камера. Нет, это Сонька. Я GoPro не люблю. Она, блин, в руке не так лежит. И качество хуже. Металлическое перекрытие. Говорит, там, наверное, перекрыто. Там, говорит, наверное, перекрыто. Два пролета слева было здесь. Наделали. Такие стальные перекрытия, видите, пешеходная дорожка тоже будет. Что, не проедем? А слева там два пролета тоже заделаны. Заделали? Что, слыхали? Ну, перекатите, пожалуйста, велосипед. Перекати, говорит. Пошли, посмотрим. Это температурные швы каждый, наверное, да? Или сварка? Да, по сварке. Нет, температурный. Ребята разворачиваются, ворота закрыты. А по балке, говорит, там можно? Ворота закрыты, ворота с той стороны. Разворачивайся. Закрыли. Мы бы калиточку оставили, да? Ну, наверное, для этого и закрыли, чтобы не мотались. Не, это температурные швы. Что-то заделывают. Вот, смотрите, пешеходная будет, я уже говорил, наверное. А? Видок обалденный. Ну да. Вода вон спадает, это маленько, это все залито было. Вот эта высота примерно 9 этажей. Вот, ребята, прибыли мы на грибной канал. Говорят, что на следующий год здесь будет чемпионат мира
по гребле. Видите, как готовится. Вот здесь вот был мост деревянный. В прошлом году мы ездили. А теперь смотрите какой. Стоянку вот там делают, говорят, на 2000 машин. Ну, раз мировой чемпионат. Сами понимаете. Вот здесь вот я еще ни разу не заезжал далеко. Ну, попробую. Вот такая лапа. Костенко Константин Петрович, заслуженный мастер спорта СССР. Ну что, ребята, я вам скажу. По лучшим мировым стандартам построено. Смотрите, как все чистенько, аккуратно. Надолго ли? Вопрос. А вот это сам канал. Смотрите, везде съезды, как положено. А вот это для мини-футбола площадка прорезиненная. Смотрите, какой комплекс. Спортивный комплекс. О как! Красота! Вот там байдарка или каноэ. Здесь вот причалы, наверное. Ага, все, супер-мупер. Это, наверное, для судей. И вот для зрителей такие места. Я говорю, все как лучших мировых стандартов. Теннисные корты прорезиненные. Угу. А это вот на улице, чтобы качать мышцы, разогревать. Вот машина разбитая. Ну что, поедем? Смотрите, ребята, как оформили русло. Подготовка к чемпионату мира. Не халям-балям. Сеточкой вот такой выложили. Все из песка. Ну вот специалисты говорят, песок поплывет. Не знаю, может эти камни спасут. Ехали мы вот с Артемом, и у него стало спускать заднее колесо.
остановились в одном месте, попросили, нету насоса, в другом месте нету. Сейчас еще раз попробуем. Извиняюсь, насоса ни у кого нет в машине, а? Пойдет. Да хоть что-нибудь накачать. Вообще не доедем, блин, сейчас. Пускай. Помогите, пожалуйста. УАЗик, да, вот этот? О. Да, 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 обычно. Ну вот, нашелся. Вот до монтажки доехал. Да, добрый человек нашелся. Компрессор серьезный. Ага. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Теперь доедем. Хоть до монтажки он там, ну? Ну вот где она здесь. Да, да. Спасибо. Вот так я. Дорога познакомила меня с человеком. Артем зовут. Живет на Валтайске. Вон, видите, опять клин заскрипел. Километров на 200 хватает. Проехали с ним примерно километров 25. За это время колесо у него спустило. Ну, вы видели. Вот такие дела. Ладно. Всем пока. До новых встреч. Буду так потихоньку выставлять велосипедные влоги. Решил показать вам вот этот вот березник, как подъезжать к нашему дому. Смотрите, какая красота. Еще раз всем пока.